Здравствуйте, ребята. Меня зовут Шванов Николай Александрович. Я папа Шванова Демида и Анастасии, воспитанников детского сада 71 города Белгорода. Моя профессия – эксперт по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Я работаю на Курской атомной электростанции номер 2, которую строят строители. Вот здесь, на стройке, обратите внимание, все сотрудники работают в защитных строительных касках для безопасности. На стройке мы видим много разных строителей, подъемных кранов, градирни. Вот такие у них вдалеке. Градирни – это очень высокие башни, их здесь несколько. Они нужны для того, чтобы работала электростанция, которую мы начали строить. Сейчас идет снежок, сейчас подойдем поближе, туда вот к этим большим-большим градирням и кранам. Вот мы подошли поближе уже. Смотрите, какие небольшие. Это самые большие строения в Курской области. Вот такие вот они градирни. А еще у нас здесь предусмотрен кабинет для занятий, где я и работаю. В этом кабинете есть все необходимое. Я обучаю людей использовать средства индивидуальной защиты. Вот респиратор R2. Вот так он выглядит. И вот он на мне уже одет. Состоит из шлем-маски и веревочки. Фильтрующих организмов служит для защиты от традиционной пыли. Дальше вот противогаз гражданский 7 состоит из фильтрующего, громкоговорящего и очков. Вот так он выглядит на мне. Вот, я обучаю всех, как их правильно одевать, куда, где их взять. Вот так, смотрите, сейчас я их сниму его. Оп, все, вот так он снимается и вот так вот прекрасно выглядит. Также я обучаю сотрудников схемам, планам, чертежам, по которым сотрудники должны уметь ориентироваться. Моя профессия важна и необходима. Она мне очень нравится.